Мурманский океанариум продолжит работу, но с соблюдением всех эпидемиологических требований. Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Андреем Чибисом. Работа любимого мурманчанами и гостями города океанариума будет проводиться при соблюдении строгих правил. Рассадка посетителей в шахматном порядке с наполняемостью до 50% зала. Установлены интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы провести проветривание и дезинфекцию зала. Продажа билетов доступна бесконтактным способом – через автоматы и мобильные приложения.